Сегодня я тестирую крупноформатную камеру Fujifilm GFX100S и хочу сразу выделить три особенности, которые я считаю ключевые в этой камере. Первое — это, конечно же, сенсор на 102 мегапикселя. Он больше, чем полнокадровый и, соответственно, должен давать нам большую светочувствительность и больший динамический диапазон, а также охват цветов 16 бит. Вторая особенность — это уникальное строение экрана, когда мы можем наклонять его не только по горизонтали, но и по вертикали для удобной съемки вертикальных кадров. Третья особенность — это стабилизация изображения. Впервые среднеформатной камерой можно снимать в таких довольно темных условиях и получать отличный результат. Сейчас мы это и проверим. Самое главное, что все это заключается в корпусе, который размером с большую беззеркальную камеру или со стандартную зеркальную камеру. Объектив здесь также непростой. Это самый светосильный объектив для среднеформатных камер в принципе. 80 мм с диафрагмой f1.7. По результатам съемки я готов вам рассказать о своих выводах относительно этой камеры. И, во-первых, она получилась действительно компактной и легкой. Не только относительно среднеформатных камер с большим сенсором, но также относительно полнокадровых камер, так как некоторые полнокадровые камеры даже больше, чем эта камера по габаритам. То же самое касается и веса. После съемки моя рука нисколько не устала, при этом камера очень комфортно лежит в руке, и любители ухватистых камер, типа зеркальных, оценят, взяв в руки эту камеру. Про дисплей я готов сказать еще раз, он просто потрясающий. Это идеальный дисплей для фотографов, потому что в вертикальном положении его можно откинуть. Я, правда, иногда об этом во время съемки забывал и все равно сам наклонялся. Но когда об этом помнишь, это очень удобно. Плюс он яркий, с высоким разрешением, с отзывчивым сенсором. В общем, дисплей 10 баллов из 10. Если говорить про видоискатель, то да, он меньше по разрешению, чем модели GFX 100, но в реальной съемке это не ощущается. То есть он большой, яркий и комфортный в работе. Так что, думаю, некоторые даже не смогут отличить визуально, если им не сказать, что тут в этой камере разрешение ниже, а там выше. Про стабилизацию изображения я уже говорил. Это немаловажный компонент в камере, который имеет такую крупную матрицу. И для того, чтобы не было микросмазов, которые сразу же будут видны при приближении на всех этих 102 мегапикселях, как раз и нужен стабилизатор, чтобы эффективно бороться с микротряской рук, либо для того, чтобы компенсировать движение затвора камеры. В общем, вещь крайне необходимая, и я даже не могу представить теперь себе среднеформатную камеру, у которой нет, допустим, стабилизации изображения. И огромным удивлением для меня оказалась кнопка спуска затвора. Затвор настолько тихий, мягкий и плавный, что я бы сравнил его по мягкости и по громкости с дальномерными камерами Leica. Автофокус меня очень приятно удивил. Я снимал в следящем режиме с фокусировкой по глазу. И каждый раз, когда автофокус цеплялся за глаз модели, даже если она поворачивалась в профиль, он ее не отпускал. И это особенно важно, когда снимаешь самым светосильным объективом для среднеформатных камер. При таком огромном разрешении и при такой малой глубине резкости сразу же видно, если автофокус не попал в глаз. И если вдруг фокус окажется на носу, а не на глазу, то все лицо будет в размытии, а нос в резкости. Поэтому я уверенно могу сказать, что Fujifilm не только догнала полнокадровые камеры в плане габаритов, но также и в плане функционала, а где-то даже обогнала. Ну и самое главное, для чего все это делается, для чего создаются все эти умные технологии, упаковываются в такой приятный корпус, это, конечно же, изображение, которое получается в результате. И главная прелесть здесь совсем не в разрешении. Я бы так сказал, что 102 мегапикселя идут как бы бонусом для того, чтобы мы могли кропать изображение, как нам вздумается, чтобы печатать самые большие билборды, которые мы только можем представить. Вся прелесть здесь в большой матрице. Большая матрица дает нам
более качественный файл. У него шире охват по цветам. То есть эта камера создает изображение с цветовым охватом 16 бит, тогда как подавляющее большинство камер полнокадровых создает изображение 14-битное. При обработке RAW изображений по сравнению с полнокадровыми камерами я чувствую, что этот файл тянется и имеет запас в цветах и в тенях процентов на 40 больше, по моим ощущениям, чем с полнокадровых камер. Поэтому да, чем больше сенсор изображения, тем лучше файлы, которые мы получаем с него. Соответственно, если это сенсор больше полнокадрового физически, то и файлы получаются лучше. Есть тут, правда, и последствия такого большого файла, а именно большой размер, потому что JPEG изображение получается мегабайт на 50 размером, а RAW изображение на 210 мегабайт. Это если мы говорим о не сжатом 16-битном RAW файле. Но это как раз та жертва, на которую владелец такой камеры должен пойти, чтобы получать изображения, которые лучше, чем полнокадровые. В результате этого короткого тестирования я остался очень доволен и впечатлен камерой. А вы, если хотите увидеть больше подобных тестов, то подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии, задавайте вопросы. Я, как всегда, буду рад на них ответить. И всего доброго!